Вот уже почти 30 лет Наталья Рящина помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь, заниматься спортом и творчеством. В 2016 году она возглавила Ленинскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов и с тех пор отстаивает интересы членов объединения и поднимает важные темы на уровне администрации округа. Администрация нам помогает постоянно, помогают нам предприниматели, коллектив у нас дружный, хороший. Большое спасибо Наталье Алексеевне, она у нас очень такая активная. Вот мы ей информацию всю доносим очень быстро, слаженно, работаем хорошо. Своей работе Наталья Алексеевна отдает много сил и своего личного времени. Это чувствуют и ценят члены общества, которые всегда могут обратиться к ней за помощью и знают, что она обязательно решит все вопросы. Я иногда позвоню ей, даже могу звонить, и она обязательно ответит и подскажет, и поможет. Экскурсии, это же в жизнь. Я сюда прихожу, я как будто меняюсь. Живу я на даче, он в Пуговичино. Вот, и поэтому сюда прихожу, какой-то рай. Всегда улыбки, всегда как-то весело, всегда какие-то поддержки, чаем напоят. Это добрейшей души человек, очень отзывчивый. Ведь мы самая незащищенная группа людей. И вот она в какой-то момент всегда нам старается пойти на уступку, помочь. Каждому празднику нам дают подарочки небольшие, продуктовые. В организации состоит более 600 человек. Для многих общество стало почти родным домом. У нас очень хороший коллектив. Нет никаких сплетен, никаких возмущений. Я информатор, и вот все у нас вот сейчас здесь информаторы. У нас нет ссоры, у нас нет претензий. Благодаря Наталье Алексеевне, ее доброте. Она сплотила весь коллектив. Ездили в театры, посещали Большой театр, Малый театр. Все театры мы посмотрели, и цыганские. Ездили на соревнования. В нашем обществе давно сложились традиции, такие как Новый год, отмечаем праздники с детьми, с взрослыми. За высокие профессиональные достижения председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов стала лауреатом премии Ленинского городского округа. Наталья Рящина признается, что эта награда – общая заслуга всех членов организации. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.